Ленточно-пильный станок по металлу MBS-910CS. Станок предназначен для распиливания профильных заготовок и прокат. Поворотная рама станка позволяет легко и точно устанавливать необходимый угол отрезки. Скорость движения полотна выбирается переключателем на приборной панели, имеющим два положения 35 и 70 метров в минуту. Скорость опускания пильной рамы плавно регулируется вариатором гидравлической системы подачи. Поворот пильной рамы осуществляется вручную ослаблением зажимного рычага. Необходимый угол выставляется по градусной шкале. Встроенный индикатор натяжения ленточного полотна и концевой выключатель обрыва полотна, позволяющий быстро отключить питание двигателя. Мощный гидроцилиндр опускания консоли станка с концевым выключателем в конце распила. Подвижная губка тисков имеет эксцентрик для быстрой и прочной фиксации заготовок. Регулируемый концевой упор для серийных работ. Емкость для охлаждающей жидкости объемом 23 литра с отдельным мотором. Выходная мощность двигателя составляет 1,1 киловатта в режиме продолжительной нагрузки. Масса станка 220 килограмм. Промышленный ленточно-пильный станок.